В Магаданской области продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. До 20 августа комиссии предстоит проверить 56 школ, 49 детских садов, а также учреждения среднего профессионального образования, детские дома и коррекционные школы. Из консолидированного бюджета на ремонт и подготовку зданий выделили 265 миллионов рублей. Как рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхно, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе приемка проходит в очно-заочном режиме. Так, для того, чтобы минимизировать контакты, заочно принимаются детские сады, в которых открыты дежурные группы. Все здания на местах проверяют сотрудники МЧС, остальные запрашивают необходимые документы дистанционно и, если возникают вопросы, посещают учреждения, но с соблюдением всех мер безопасности. По словам министра, в этом году при приемке учитывается и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе наличие средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров и антисептиков. В какой форме будет проходить обучение, в очной или дистанционной, станет известно во второй половине августа. Это зависит от эпидситуации в регионе. Сейчас учебный год планируют начать 1 сентября, при этом будет введена кабинетная система. У каждого класса будет свое помещение, куда будут приходить педагоги.